Валит. Я что хотел сказать, Владимир Владимирович, что вы посылаете наемников, наемных вот этих убийц, да, вы их посылаете, или кто они там такие, не знаю, там, от вас они, или там, вы даже, может, не в курсе, или это от кого-то идут, да, я так понимаю, что эти люди ваши сторонники, я так понимаю, и судя по их прическам, да, судя по прическе одного из них, и как он выглядел, как военный человек, я определяю, что он действующий какой-то там сотрудник спецслужб или чего-то, я так понимаю, вы меня хотите запугать, да, вы хотите убить мою семью, да, Владимир Владимирович? Давайте, что посылать наемника? Вот я вам свой нож дам армейский. Вот он. Хороший мой нож, такой он острый, как бритва. Вот давайте, завалите моих детей, моего 5-летнего ребенка, сами завалите, а я на это посмотрю. Давай завали моего ребенка, завали моего второго ребенка, за моих сыновей. Вот лично сам сделал. Не... Так, все, меня видно, все. Добрый день, дорогие мои подписчики, дорогие соотечественники. С вами снова я, Асхаб Алибеков. Дикий десантник. Я сегодня делаю свое видео для того, чтобы вам рассказать правду, что происходит после того, как ты обращаешься с президентом Путиным со всеми высказываниями. Сегодня 27 февраля 2018 года. У меня закончился отпуск. Я пришел с отпуска к себе на военную базу. Я не могу показать эту военную базу и корабли. Это считается военной тайной. Я так немножко кусочек покажу, чтобы вы понимали, поскольку военная база, нельзя раскрывать секреты. Я просто так покажу немного, что я действительно на море в городе Новороссийск. Сегодня мое командование войсковой части 909-21, войсковая часть 909-21, меня сегодня уволили без объяснения причин, просто взяли, тупо уволили за то, что я выступал на телевидении и обхаял президента России Владимира Путина, обвинив его в коррупции и так далее, и разжигание войны. Дорогие друзья, если вы сейчас меня видите, я просил бы всех моих подписчиков пустить это видео по всем телеканалам, чтобы народ знал правду, что будет с человеком, который идет против системы. Власть сегодня показала еще раз свое лицо. Она показала, что она уничтожает всех тех, кто говорит ей правду. Кого-то сажает, кого-то увольняет. Это только начало, дорогие подписчики. Если вы меня видите и слышите, пусть мое видео пойдет по всем телеканалам. Пусть все знают, что власть начала преследовать оппозиционера, который сказал правду. Это первое. Владимир Владимирович, я к вам обращаюсь, если вы сейчас меня видите. А ну, давайте угомоните своих шавок. Вы своих шавок угомоните. Это что такое? Вы еще раз показали свое гнилое лицо. Вы что думаете, от того, что вы меня уволили, что теперь народ стал, от этого вас стал больше любить, что ли? Или вас стал больше уважать? Так что, Владимир Владимирович, идите вы к черту со своей системой гнилой и со своими полицейскими государствами, со своим диктатурой. Долой диктатуры власти. Да здравствует свобода. Да здравствует равенство между народами. Слава России. Слава ВДВ. Вот так, мои друзья мои. Так что, другие мои, дорогие мои подписчики, кидайте это видео во всем сайте, скажите, вот Асхаба Алибекова уволили по указу Владимира Владимировича Путина и по указу министра обороны. Меня уволили. Так что всем привет и слава ВДВ еще раз. Пока! Я рад, что мое видео на вас так подействовало. Я рад, что вы проснулись от этой спячки, от этого гипноза, от этого зомбоящика оторвались. Я рад. Я запишу еще видео. И вы посылайте друг другу. Пусть они тоже просыпаются. Может быть, тогда, когда вся Россия проснется от этого гипноза, от этого Киселева, от этих всяких телевизионных этих телевизионщиков, от этих, которые нас зомбируют в этом зомбом ящике, которые говорят, что Россия такая великая, и в то же время говорят, что Путин такой замечательный. Путин не замечательный. Он был замечательный только когда у него был первый срок. Тогда он еще что-то делал, он поднимал Россию. Но потом... Я это говорю избирателям, которые голосовали хотя за Путина. Потом ваш Путин испортился. Он испортился. Он стал, возглавил мафию. И лично я сам,
Лично я сам, когда еще не был в армии по контракту, у меня три контракта вообще-то. Первый это спецназ, второй это ВДВ, и третий это морская морфлот, разведка. Я вам сразу скажу, вот я после того, до того, когда третий контракт заключал, я работал на экскаваторе, работал, ну до третьего контракта, работал на экскаваторе, спецстрой. Я видел путиновскую дачу, это просто хоромы, это такие бабки. Спрашивается, откуда, зачем нашему главе и откуда у него такие деньги, если один забор... Один забор, его можно на этот забор можно 5-6 больниц построить, только это, стоимость этого забора. Я думаю, сейчас у нас демократия, гласность, нужно говорить правду. Я, вот за то, что я это узнал и начал говорить о том, что это его дача, они сказали, это не Путина дача, это якобы там митрополита вот этого священника. Какая разница, если это митрополита? Он тоже такой же этот жулик. Он, получается, он тоже ворует. Зачем митрополиту такая шикарная охрана? Что, на его жизнь покушается кто-то, что я не понимаю. Никто на его жизнь не покушается. Если было покушение, значит, он такой хороший человек, что на него покушается. Зачем Путину охрана? Вообще, когда Путин ездит, мне ужасно и смешно бывает. Путин, когда едет, на 50-60 километров дороги перекрывают, там целые города вымирают. И, короче, все эти бабушки, которые перед камерами кричат, там, Владимир Владимирович, вы такой хороший, как там ваша собачка поживает, там, глупый вопрос. Блин, такие вопросы подбираете, Путин, аж смешно становится. Чего вы не говорите? Вот прям спрашиваю бабушки, вы сколько получаете пенсию? Она говорит, я...